Приветствую вас, друзья-коллекционеры, с вами я, Алексей Чернышов, вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки», и у нас второй обзор за сегодня, и, как я обещал, календарь Лего по Гарри Поттеру. Погнали, второе окошко вскрываем, и тут у нас тот самый Хогвартский экспресс, ну, мини-версия, как вы понимаете, а вот... Тут наверху у меня стоит тот самый Хогвартский экспресс, старенький. Ух, когда-нибудь я его открою, может быть, или продам. Ладно, возвращаемся к календарю. Итак, здесь у нас кучка деталей. Давайте соберем. Что бы там у нас не получилось, это будет Хогвартский экспресс. Кстати, здесь смотрите, для вагона используется деталь, если я не ошибаюсь, роликовых коньков. Можно их примерить Гарику. Смотрите, Гарик Бульдог Харламов на коньках. Кстати, как вариант. Это весьма интересно. Можно использовать и так, и эдак. А это уже плюс. Только хардкор. Так. Сейчас не отвлекайте меня. У меня очень сложная миссия. Сделать все правильно. Я ведь уже 100 лет не собирал Лего. Кто знает, может, правила изменились. И его стало собирать сложнее, чем Мегаблокс и Мегаконстракс. Но благо конструкция несложная. Наверное, не сломаюсь. Хотя вдруг. Ой, вот видите, вот уже не ту деталь подобрал. И все могло пойти не так. Но я вовремя опомнился. Так. Меньше трёпа, больше дела. Ну смотрите, они еще и одни коньки, как доп детальку положили. Красавцы! Лего, радуете. Так. Такс. Ай, палец защемил. Так. И вот так. Что мы имеем в сухом остатке? Во-первых, 4 детальки, доп детальки, которые не ставятся никуда. Во-вторых, мини-версию Хогвартского экспресса, что, конечно, не заменит вам оригинальную версию, но, тем не менее, в плане создания некой композиции, это то, что надо. Или Гарри такой, типа, «Я опаздываю на Хогвартский экспресс!» «Что? Что он такой маленький?» Сяськи-масяськи! И не может его сделать большим. Ну, я не знаю. Можете играть так. Можете придумать свою сценку. Тем не менее, второй день принес нам вот такую мини-модель Хогвартского экспресса и 4 доп-детальки, которые вы можете пустить на все, что захотите. Ну, допустим, подарим один конек Гарику. И протез. О, у него как ее? Подкова. Во, подкова. Ну, можно, как будто бы он наколдовал этот, как его себе, плюшку какую-то, и она сгорела. Что такое-то? Чёрная! Ну, чего борщишься? Сам испёк, сам и кушай, да? Это что, это пирожки? Нет, спасибо, это мне, знаете, никак не хочется. Вот такие вот дела. Второй день.
второй подарочек. Я же вас, друзья, благодарю за внимание, за то, что вы терпите все эти бредовые шутки и мои видео, и мое присутствие на Ютубе. Всего вам доброго. Будьте немножечко добрее в это прекрасное время с таким не очень приятным посылом этого года. И тем не менее, давайте будем веселее, добрее к окружающим, к родным. И пусть у вас все сбудется. Может, не в этом году, но в следующем. Еще впереди много лет. Я же еще раз говорю вам огромное спасибо за просмотр. Увидимся уже совсем скоро в следующем обзоре. Ссылка на календарик, на плейлист календарей есть в описании. Смотрите, участвуйте в жизни канала, лайкайте, пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Я же благодарю вас всех и каждого за внимание, за поддержку. И напоминаю в очередной раз, канал «Сын, отец и игрушки», создаем коллекцию вместе. Всего вам доброго, друзья коллекционеры. Пока-пока-пока.